Когда замуж не втерпешь. Одна из свадеб в Дагестане закончилась дракой подружек невесты. Причиной кулачного боя стал букет. На этих кадрах, которые уже разлетелись по социальным сетям, видно, как невеста в ресторане собирается бросать его в толпу. Согласно традиции, за ее спиной выстроились незамужние гости. По стечению обстоятельств свадебный букет ловит одновременно две девушки, а после начинают тянуть добычу на себя. В какой-то момент они падают, и схватка за розы продолжается уже на полу. В итоге девушек пришлось разнимать.